Общая площадь пожара составила около 2000 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели самоотверженно тушили возгорание несколько часов. Силы и средства были направлены по повышенному рангу. По прибытии на данный момент в 3:36 локализация на площади 2000 квадратных метров. Привлечено 10 единиц основной и 6 единиц специальной техники. Силы и средств достаточно. Ведутся работы по ликвидации. Пожарные ликвидировали открытое горение. Спецслужбы подтвердили, что возгорание произошло из-за атаки вражеского беспилотника. Сам пользуюсь продукцией компании «Белполь». Очень доволен качеством. Обязательно окажем предприятию всю необходимую поддержку. Дал поручение коллегам проработать вопрос с руководством «Белполя». Важно оперативно провести экспертизу, оценить ущерб и включить предприятие в специальный реестр. Роман Старовойт также поблагодарил спасателей за оперативную и слаженную работу.